В преддверии 23 февраля воспитанники Дома культуры «Буревестник» представили развлекательную программу «Аты-баты шли солдаты». И не только шли, но ехали в танки, брали крепость и устанавливали спецсвязь. Такую увлекательную программу с патриотическими нотками ребята из молодежного актива «Кактус Федор» Дома культуры «Буревестник» подготовили к грядущему Дню защитника Отечества. Это просто необходимо. Это их делает более ответственными, сострадательными. То есть это как бы неотъемлемая часть для нас. И они с удовольствием это делают. То есть никто даже, несмотря на заполонение интернет-пространства тиктоками и другими какими-то веяниями, они ни разу, никто не сказал, что мы это делать не будем. Надо, мы сделаем. Причем, когда мы репетировали, они все гордо поднимали голову. Подготовка к празднику заняла всего несколько дней. Команда слаженная, ведь молодежный актив «Кактус Федор» существует уже несколько лет. И в этот раз, в дни каникул, компанию им составили совсем юные воспитанники ДК. Коллектив получился дружным, а веселый флешмоб под военные песни патриотическим. Любовь к родине у меня выражается в каких-то, допустим, добрых делах, которые я делаю почти, можно сказать, каждый день. А единственная в молодежной организации девушка пожелала парням быть сильными и смелыми. Я хочу, чтобы они как бы тоже гордились страной, в которой они живут, защищали своих родных, любимых.